Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова и Коля. Как всегда, рада приветствовать вас. И сегодня мы готовим наше любимое сезонное традиционное блюдо – уха. Рыба как? Мега пушка. Вообще просто. Какая она вкусная. Все-таки свежая горбуша, которую даже не замораживали ни разу. Это очень вкусно. У нас на столе имеется горбуша, свежий вылов, сегодня только выловленная, не замороженная ни разу, то есть свежатина. Сейчас мы ее с вами будем готовить. Так, друзья, помогите мне разрешить спор. Многие люди спорят, что уха это не суп. Для меня это одно и то же, поэтому я жду ваших комментариев, что вы мне на это скажете. В общем, в этот суп уха, суп-уха, нарезаем рыбу крупно. Я люблю крупно, стейками. Нарезаем крупненько. Кто-то может разделать отдельно, наварить бульон из хвоста, костей, головы. Мы делаем вот так сразу. Наши стейки мы пока убираем в отдельную чашку и приступим к нарезанию овощей. Сначала мы нарезаем картофель. Оп, из кадра ушла. Оп, вернулась. Опять же, режем кто как любит. Кто-то любит только кубиками, кто-то любит крупненько, да, вот так вот. Вот так, например. Давайте кубиками еще сделаем. Отправляем наш картофель в кипящую воду. Далее нарезаем морковь на вот такие слайсики. Морковь режем кубиком. Чуть пальцы я сейчас не отрубила. Аккуратно, пожалуйста. Оп. Ну, такими кубиками видно? Видно, Жень? Да, меня сегодня тут нет. Да, тебя нет. Морковь отправляем к нашему картофелю. Угу. И варим до готовности. Режем лук. Режем кубиком. Ну, все умеют. А что, нельзя не кубиком, кстати, интересно? Нет, только кубиком. Только кубик. Это же уха. И что? А если я люблю так, например, нельзя порезать по-другому? Нет, нет. Типа это будет уже не уха, а суп, это будет суп. Это суп. Вот в чем отличие, вот и секрет. Хочу плакать, но не буду. Закладываем лук. Ага. Есть контакт. Когда у нас готовы овощи, нужно посолить бульон. Перемешаем. Попробуем обязательно. Сейчас. Чуть много набрала. Угу, хорошо. Нарезаем зелень. Стоит отметить, что все с огорода собственного выращено. Не мной, конечно. Но золотыми руками Евгения. Жень, тебе отдельная благодарность. Спасибо. За витамины. Спасибо. Да. Я, к сожалению, пока не доросла до выращивания. Но... Скоро придет и твое время. Уха закипела достаточно сильно. Как определить, что рыба готова? Рыба всплыла, значит готова. Смотрим. Сейчас я ее так аккуратненько, чтобы не разрушить текстуру. Еще минутка и все. Предлагаю тем временем нарезать помидор. У нас обязательно есть томат. На 4 части разрезаем. Обязательно напишите комментарий, любите ли вы такую уху, пробовали вы такую вообще уху готовить. Все готовят по-разному. Это всего лишь одна из разновидностей ухи. Есть миллион разных, поэтому пишите. К
какую любите вы. Далее закладываем наши томаты. Аккуратненько сюда отправляем. Уха готова. Про приправы, в общем, лавровый лист, это обязательно. Мы его подпалим, да, Жень? Угу. Сейчас я найду большой листочек. Вот так. Чтобы был более сильный аромат, мы кладем на под кастрюльку, вот так, на горячую конфорку. Лавровый лист нагреется и будет более такой ароматный, как свежий. Я, конечно, люблю вот этот свежий лавровый лист, но не всегда есть возможность его приобрести. Когда угощают, привозят вот из стран, да, где растет это растение, замечательная приправа. Тогда хорошо, ну-ка. Отлично. Это секрет шеф-повара. Угу. Секрет от шеф-повара. Зелень. Все сюда. Ну и, конечно, перец. Перец черный молотый. Можете взять душистый, кто хочет. Разницы особой нет. Кто-то возьмет смесь перцев, да, Жень? Да. Ну так, чуть-чуть. А потом, кому мало, там себе в тарелку еще добавит. Все. Даем 3 минуты постоять, пока наведем порядок на столе. И будем пробовать. Уха готова. Пахнет великолепно. Красивый яркий цвет. А такие крупные кусочки, видите? Ничего не развалилось. Текстурная рыба. Несмотря на то, что она такая нежная, свежая. Сохранила свою текстуру. Класс. Будем пробовать. Время дегустации пришло. Накладываем. Сейчас выберу кусочек себе. Самый вкусный выбираю себе. Помидорку обязательно. Пробуем. Ой, горячая тарелочка такая. Бульон. Идеально, всего в меру. Очень вкусно. Легкий супчик. Летний. В жару само то. Да и в жару, и в холод вообще. Мой любимый суп на самом деле. Один из любимых. Входит в тройку, по крайней мере. Это уха, это не суп. Суп. Это уха. Уха, не суп. Рыба как? Мега пушка, вообще просто. Какая она вкусная. Все-таки свежая горбуша, которую даже не замораживали ни разу. Это очень вкусно. На этой вкусной ноте мы говорим вам до свидания, до новых встреч. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки и писать свои комментарии. Пока-пока. До новых встреч.